Ребята, всем огромный привет! Я нахожусь в мясном отделе, и сегодня я тут ищу себе что-нибудь для моего барбекю. Выбираю, в общем, здесь всякие мяски, ребрышки и так далее. Больше сил ждать нет, когда наступит хорошая погода. И я решила, что первым шагом я закуплю себе сегодня продуктов и постараюсь вечером запасать барбекю. Сейчас покажу, что здесь есть. Смотрите, сколько здесь разных колбасок для барбекю. Всякие вот такие штуки, вот такие. Просто огромное количество колбасок. Потом для барбекю есть вот такие вот на шпажках мяски. Вот такие. Еще колбаски и еще. Там уже для жарки пошли. В общем, большой выбор всяких разных колбасок. И еще вот здесь есть, например, вот ребрышки. Вот такие сочные, мощные. 8 евро стоит упаковка. Или вот, например, за 7. Разные маринады. Вот еще ребрышки в другом маринаде. В общем, сейчас выберу себе что-то из мясного. Я очень хотела взять кальсоц. Ну, слушайте, этот кальсоц здесь просто какие-то кони. Огромные вот. Они должны быть в 5 раз тоньше. В общем, не буду брать кальсоц. Сейчас найду грибочки. Что там мне сегодня не везет? Грибов тоже нет. Пустая полка. Такие резные мне для барбекю точно не подойдут. Остаюсь еще и без грибов. Минус кальсоц, минус грибы. Так, беспроигрышный вариант. Сейчас возьму себе сыр и багет. Надеюсь, хоть он будет. Скрещиваю пальцы. Я закупилась по полной программе все, что хотела. Но не все, что хотела. Грибов не было. Чего-то там еще не было. Перцев тоже как бы я не нашла. Но ничего. Тележка у меня получилась. Что-то не хочет показывать моя камера, сколько тут всего накупила. На 50 евро очень составила. Взяла кое-что для барбекю. Сейчас поеду собирать барбекю, потому что у нас немножко солнечно. Представляете, погода налаживается, поэтому отправлюсь сейчас домой, предложу мужу собрать барбекю наверху и сегодня, возможно, даже что-то на нем приготовить. Так что сейчас вам буду рассказывать, что-то как. Все, отправляюсь домой, сейчас запакую все по пакетам и побегу. Мы готовы стартануть с первым барбекю. Я замариновала ребрышки, сегодня в магазине купила. Потом сейчас камамбер приготовим. Сейчас я буду рассказывать, показывать. Так, Глеб уже разбирается с барбекю. Вот на этой решетке сейчас будем готовить угли. Ветер поднялся, только каких-то туч снова нагнал. Ну, не туча, а облаков. Было такое классное синее небо. Вот. У нас есть специальная штука, мы купили. Как это, Глеб, называется? Стартер, наверное. Стартер. И в стартере сейчас приготовим угли. За угли у нас будет отвечать Глеб. А мы с Канцлом, скажи, за еду. Готовит уже угли, начинает. Тут у нас внизу ты прям положил 4 таблетки.
немного будет 4? 4. Ну ладно. В общем, мы положили туда 4 разжигающих таблетки. Сейчас вот Глеб будет заполнять наш стартер. Называется он в Испании, продается как чиминея, камин. А я тем временем сейчас буду готовить сыр. Расскажу вам этот рецепт. У меня будет, значит, сыр на гриле, и я еще обжарю багет. И будет вообще просто фантастически вкусно. Ням-ням. Я вам сейчас расскажу, что я планирую сделать с сыром. У меня есть вот такая вот фольгированная тарелочка. У меня есть сыр камамбер. Значит, большой кусочек у меня этого камамбера. Купила я его в Карифуре. Около 3 евро он стоит. Значит, выкладываем этот камамбер в тарелочку. Нашу металлическую. Эту потом тарелку я буду ставить внутрь барбекю. Это мусор. Мусор. Значит, а? Тоже. О, смотрите, у нас там дым валит. Сейчас покажу. Даже отсюда видно. Ну, раскочегарил ты, конечно, это дело. Черный дым вообще вовсю. Там вон огонь. Мы первый раз пробуем вообще что-то готовить на барбекю. Вообще у нас всегда были только мангалы и барбекю ни разу не пробовали. Вот, в общем, купили новый агрегат. Пробуем сделать на нем какую-то вкусняшку. Так что, в общем, за огонь у меня отвечает Глеб, а я вам расскажу дальше, что я буду делать с кусочком моего вот этого вот камамбера. Так, ты мне зажигалку оставила, сейчас на низ положу. Так, в общем, камамбер нарезаем полосочками. Прям так, глубину где-то так, на сантиметр. Ну, смотря какая толщина у вас камамбера. Мне мой камамбер позволяет достаточно глубоко в него врезаться. Так. И точно так же продольненько. Запеченный камамбер, мне кажется, любят все. Он частый гость в ресторанах, в меню он есть. Вот у меня получился вот так вот фигурно нарезанный. Видите, вот тут вот как бы, если его раздвинуть, он весь раздвинется. Потом берем чесночок. Мелко-мелко нарезаем на слайс. Так, нарезали чеснок. И теперь наша задача нафаршировать наш камамбер этим чесночком. Сейчас покажу вот как, а потом сделаю сама. Берем чесночок и вот в какую-нибудь... Ой, какой-то толстенький у меня кусочек получился. Берем чесночную дольку и вот в наш вот разрезик запихиваем глубоко вот туда вот. Прячем. И так делаем со всеми слайсами. Сейчас я вам покажу, как можно, значит, делать. Вот так вот открываете штучку нарезанную. Опа. И вот фаршируем наш сырок чесночком. Во все дырочки. Чесноком, ну, тут на любителя. Мы любим, нам вкусно. Чеснока у нас много не бывает. Так, сюда кусочек. Вот так раздвинем сюда. Раздвигаем дырку сюда. Сюда. Канцл, хватит попрошай. У нас вот такой вот получился сыр. Потом у меня здесь чайная ложка меда. Поливаем это все дело медиком. Можно еще полить оливковым маслом, но я не буду, сыр и так жирный сам по себе, и он прекрасно расплавится. Но кто любит оливковое масло, чайной ложечкой, так вот, красиво все это дело поливается. Так, прекрасно. И еще у меня есть из моего огорода вот такая зеленушка. Это розмарин. Я сейчас быстренько розмарином сверху. Так, все, мой сыр готов. Вот такая вот красота получилась. Он теперь ждет, когда будет готов наш барбекю. И я его поставлю, покажу как. Я еще нарезала багетик.
И тоже поставлю, чтобы он немножко зарумянился. И потом хлебушком макать в соус. Очень вкусно. До этого мы, кстати, все время готовили камамбир. Мы его и жарили. Мы его и в духовке запекали. По-разному, по-всякому. Вот в барбекю будем делать первый раз. Ну, точно так же я готовлю в духовке. Он отлично плавится и очень вкусно получается. Либо на сковородке, если пожарить. Ну, в общем, пробуем сейчас в барбекю это дело делать. Что? На нижнем уровне ставим, да? Да, будем готовить на нижнем уровне. Глеб там пьет напиточки. Я тоже возьму своими белое венцо тут чуть-чуть. Вот, и вот с таким красивым видом мы тут на море. Но сегодня ветер. Я вам покажу, на море волны такие большие, даже здесь видны. Ну да, видны, что волны. У соседей маркиза развивается как парусник. Вот так вот. Ну да, да. Глеб на фоне гор. Передай привет. Все, наши угли готовы. Сейчас будем переворачивать и раскладывать все на решетку. Здесь такая решетка классная. И в этом барбекю три уровня, как можно ее установить. Вот на эти вот пазлы, там черненький самый первый, потом второй и вот третий уровень. Будем сегодня, наверное, жарить. Так, ну что, осторожненько. Так, ну что, аккуратненько. Ох, красота! Как тепло сразу! Здорово! Так, первым делом ребрышки сейчас разложим. Температура уже 150 у нас в гриле. У нас огромный просто гриль. У нас тут 205 градусов. Такие тут запахи у нас обалденные. Скоро буду доставать хлебушек уже. Такое небо красивое, море темно-синее. Сейчас покажу вам закатное солнышко. Где-то должно быть оно тут видно. Вот оно, солнышко. Вот наши лошадки. Много их тут у нас. Лошадки. В общем, ждем, когда у нас приготовится все. Я уже хлеб сняла. Сейчас вам покажу, что у нас там с сыром происходит. И с ребрышками. Вот так вот красота какая у нас тут. Представляете? Ой, у меня тут медик подгорел. Закрывай быстренько. Так, и вот такая у нас температура сейчас. Совсем скоро все будет готово. Так, все, сейчас вам покажу, что у нас тут происходит. Все у нас готово. Бегу за тарелочкой, буду все снимать на вот такую деревянную доску. Поэтому все, нам приятного аппетита и всем приятного аппетита. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Поставьте ваш лайк, нам будет очень приятно, мне вдвойне. Мы с Глебом вам желаем всего самого хорошего и всем пока-пока.